Да и у Беларусь пришла астрономичная весна и наступило весновое равноденство. У гэты дзе наши продки с певами да танцами гукали весну. Напереда дні народной традиции пригадали и сябры гомельской организации «Талака». Сёлета на ее запрошение до святкования долучились хлопцы и девчаты с Гомля, Рэчицы, Мазыра и Витебску. Не пропустила подею и Алина Радачинская. Веснянки спевать справа выключно жаночая. Может, потому что именно эти девчины имеют особистую мощь, особистую энергетику, якая может притягнуть тепло и свет. Девчата и кабеты водили карагоды вокруг пригожинного древа, символа бясконцах и круговороту життя. А как худшей пришла весна, спеваючи, яны подкидали в небо выпеченных жаурукоў, куликов и буслов. Мужчина ж поводле наших продков мог спалохать весну, а тому господары мели особный заняток. Яны выносили с хаты все старое. С гэтага ламачча рабілася пудзіла. Яно и гарэла на ритуальном вогнішчы, як зима от першых вясновых промняў. Каб хутчэй прилетали птушки, приносили тепло, каб дружно узыходзіла жыта, каб все добро было у гаспадарцы. Гульні, танцы, спевы, усё, каб забыцца на зімовы сум. Гуканне вясны – свята маладосці. Нягледзячы на холад, талака гуляла до вечара. А з захадам сонца па вадзе пусцілі яго сімвал – запаленае кола. Цяпер лесу, як і чалавеку, цяпла чакаць ужо нядоўга. Аліна Радачынская, «Аб'ектыў».